честь десятилетнего юбилея воссоединения Крыма с Россией также прошел флешмоб около кинотеатра «Искра». В акции, организованной местным отделением партии «Единая Россия», приняли участие активисты движения «Первых», «Молодая гвардия Единой России», «Юнармейцы» и учащиеся школ Ленинского городского округа. Собравшиеся школьники растянули огромный флаг Российской Федерации, а также выстроились вокруг него с флагами в руках, обозначив географический контур страны вместе с новыми присоединенными территориями. Мероприятие призвано напомнить всем о значимости исторического события для нашей страны.